Возраст в паспорте – не показатель активности жизни человека, уверен Максим Борисович Аваденко. В свои 85 он еще полон сил и желаний совершать поступки. Говорит, работа спасает от хандры и тоски. Всю жизнь почетный гражданин Самары трудился на благо родного города. Был и директором Куйбышевского металлургического завода, и преподавателем в ВУЗе. Имеет около 50 изобретений. Юбилей встречает с хорошим настроением. Настроение хорошее, да, но очень волнительно в связи с тем, что... Много поздравлений, много от людей, с которыми вместе работали, да. Я уж, может, даже стал забывать, а много лет прошло, они, люди, помнят, да, звонят, поздравляют, да, вспоминают о совместной работе, жизни, о том, как вместе трудились, помогали друг другу, решали проблемы разные, да. И это, конечно, дополнительно вызывает волнение. В день 85-летия поздравить юбиляра к нему домой приехал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Глава региона пожелал героя социалистического труда, профессору и почетному гражданину города здоровья и наградил почетным знаком. Принято решение наградить вас самой высокой наградой. Хоть почетный гражданин – это самое высокое нам почетное звание, да. А за заслуги перед Самарской областью – это самый наш по иерархии наград самая высокая. Несмотря на солидный возраст, Максим Борисович старается держать себя в форме как физической, так и интеллектуальной. Чтобы многолетние знания не пропали даром, продолжает передавать колоссальный опыт молодежи. Марьяна Мирная, «События».